Всем привет, воскресенье. Едем на оффроуд. Сколько там машин приедет? Что-то ничего не понятно. Ничего не понятно. Ну сколько бы ни было, главное, чтобы Владик приехал. Я видел, ты губы поставил уже на бампер. Ну? А лебедка где? Ну, чуть-чуть осталось. Так, до точки сбора несколько километров. Сейчас посмотрим, кто приедет. Ноги разъехались. Кто-то будет, я думаю. Я надеюсь. Блин, такие транспортеры вообще стояли. Просто до вторые. А смотри, сейчас полиция к нам будет приставать. Думаешь? Да нет. Это нормальные машины. Не, ну сейчас, если он посмотрит, зеркало заднего вида, то я думаю, будет. А что там? Ну, у нас бампер слишком красивый, блин. Не могут проехать мимо. Я, короче, после твоего совета самоблоки поставить, заморочился, нашел. А сейчас должен быть с самоблоками Андрюха. Посмотришь, как у него УАЗ на простые, ну как колеса такие, полуслики. Как у Андрюхи на Патриоте где-то колеса, понял? Да. Но он так едет, что офигеть просто. Оранжевый? А? Классика? Не-не-не-не, он такой, как у тебя, только в тюнинге. Такие, брус. Перекупы, да, давай, давай. Да. Ну только ж цену не занижай, блин. Не-не-не, как говорили, полторушка. Полторушка давай же. Чтоб сотка на еду была. Где они есть? Что-то мало их, да? В масках должны быть. В масках должны быть и в перчатках. Не, смотри, уже что-то купили. Видишь, какие-то машины уже. Думаешь, но мне кажется, это мусорские притормозили. А, это мы, да. Смотри, скорость какая. О, я верю. Сейчас 97, елки. Сейчас будут это. Да, это эти прекрасные люди. Привет, я без номера. Привет. Видишь, он тебя узнал уже. Узнал, так мне вот он протокол лежит вчерашний, написали. За что? Ну номера нету. А где он? Да я его потерял еще на танковой, еще давно. Так ты вообще без номера едешь? Да, вообще. Без номера и без документов нет. Красавчик, поэтому куда ты, на заправку? Да, да, смотрюсь. Поэтому я все больше задумываюсь купить себе машину вообще без документов, но крутую. Так, блин. Да не, ну это опасно, можно на штрафплощадку вот, попасть. А скажи, пожалуйста, ты видел, чтобы на такие машины делали спортивные документы, вот как на карте? Да, на... можно. Можно? Ну. Но ты на них по дорогам общего пользования не можешь ехать. Ну я там со своим обаянием расскажу им, почему я еду. Ну ладно тогда, что срезать? Блин, ты помнишь, что у нас нет документов и номеров? Лучше не привлекай внимания, едь незаметно. Едь незаметно. Понял, понял. Так, вот они, гонки начались. Так. Смотри, вон впереди, видишь, город, где-то там должны быть люди. Что там, не предлагают ничего, да? Даже не кидаются. Вообще не прыгают под колеса. Они что, им Ланос, Рио надо, что-нибудь такое, они же. Ну да, да, да. Так, осторожно, начинай плавно тормозить. Так, ну есть тут кто-то хоть из джиперов? Есть шупать, Шерик, Андрей. Есть тут ребята, вот они. Есть, да? Да. А вон, смотри, кабрик какой, 3,5, 250 кобыл, все. Ты видишь? Да, ну, сейчас. Вот эти люди. Все. Блин, нас немного, да? Ну. Где-то еще, УАЗ должен быть. Антоха, вот это супермашина? Офигеть вообще просто. Это серьезно. Привет. Это серьезный аппарат. Да, где-то вы уже катались вчера, да? Номера хорошо видно, я смотрю. Замаскированы. Не, ну тут серьезный. Вес маленький, 250 лошадей. Едем в очень жирные места. Сейчас все увидите, в общем. Так что вот такой состав. Поджерик. Вранглер. У вас еще один едет и едет Нива, то есть ассортимент полный будет, очень разнообразный. У вас один подготовленный, один базовый. Вообще красавчик. Да. Это, я так понимаю, ручная handmade. Да, все попало. Ручная работа? Кайф. Шили. Шили, да? Не думаешь продавать? Если что, есть человек готовый. Да готовый нет, поменяться. Там по за. Это не продается. Там позолоченный двигатель, да? А тут родная съемная, жесткая типа крыша, да, или что? Нет, тут жесткая нет. Жесткая тут не делает, это все ткани. И люк, батик тоже. А люк родной? Да. Да? Давайте, моторчик. Какой-то ох, как тут все новое, отмытое, свежесделанное. Не, радиатор тут.
Радиатор — это все, что осталось, да? Так, что, полетели? Все за нами, Вован. Вован нас там догонит сейчас. Андрюха едет от Заржищева. Что-то он как-то быстрее едет, я не могу понять почему. А мы что, за нами были? Нарушает. А он просто не успел нас увидеть, наверное. Он просто хотел показать, как они 5 отстреливали. А ребята все, кто едут, там, кстати, ни разу не были. Ни одна машина. Кроме меня там никто не был. Короче, ты наш молодец. А сейчас будет нормально. Это новый лифт, что ли? Новый лифт, который может проезжать 250 километров. Это новый лифт, друзья. Что мы только сегодня и не увидели? Это первое, новый лифт. Охренеть, красивый сделали. Я только на картинке видел. Сейчас посмотрим. Да не, ну там может и быть, это, может все высохло, и мы сейчас проедем как по асфальту быстро и вернемся в другие. Да? Мы тут вспоминали. Вот этому человеку я забор развалил колесом, когда с Вазика вот, этому? Вот, вот сюда и снес тут профиль. Охренеть вообще. А он... А ты же оттуда ехал? Да, оттуда, с ночью в 10, а утром приехал забирать. А он был при СССР и КГБшник. При Украине там МВД получается. Такой дядька серьезный. Ну нормальный, да? Нормальный, адекватный полностью. Но он правда сказал, ты мне забор поломал, пошли плиты поможешь перенести. Сразу. Я ему пошел плиты поднял. Подписал тебя сразу. А, это исправительные работы у тебя были. Очень справедливо, я даже спорить не стал. Красавчик. Ну таких немного, наверное. Не, ну я думаю есть, особенно раньше их было больше, потому что те, что сейчас... Эти сотрудники внутренних дел очень опасные. Осторожно, осторожно он. У меня здесь было, уже один раз. Ух, елки-палки, ты шо? Так, друзья, все, асфальт завершен. Дальше будет намного веселее. Блин, ух ты, заходишь по-серьезному. А гидроусилителя ж нету, да? Нет, нет, поэтому тебе я лучше, стараюсь заходить. Тебе лучше не ставить гидроусилитель, потому что ты еще быстрее будешь заходить. Это красота наша неописуемая. Просто с погодой как повезло. Ночью был хороший дождь. Так, 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 так. Вот тут налево, вот тут налево сразу. Вот тут сразу налево, видишь? Не спеши, здесь дорога такая не совсем ровная. Так. Блин, какая красота, какая красота. Что может быть лучше, пока духи в мае, да? Не, ну в мае, да, ничего не может быть лучше. Только в декабре еще. Вот и оффроуд. Видите, вот щебень, то, что я говорил, накатанная тут какая-то дорога, как специально для нас. Твердое дно. Можем спокойно ехать. Сейчас вот эту веточку уберем, чтобы... не поцарапать дорогие иномарки. И поедем. Самый жесткий. Стой, стой, проскочил. А, можешь отсюда заезжать. Не-не, тут хорошая, ты тут не был. Там даже щебенка на дне, там твердое дно. Давай мы вперед на УАЗе поедем. Там твердое дно, не очкуете. Не очкуем. Проверенный маршрут. Где, затекает вода? Да, глянь. Блин, что-то глубоковато чуть-чуть. Я мокрая. Блин, немного намокли ноги. Так, вода здесь есть чуть-чуть. Я не знаю, поедут они за нами или нет. Немножко вода поднялась. Пока никто, я рацию забыл. Давай. Давай, влево, влево. Блин, что-то жестковато немножко сегодня здесь. Да, вправо, 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 вот на островок сюда. Давай. Мне надо было бы секунду, чтобы я приснялся. Так подъезжай вот на остров сюда, выйдешь налево, налево, налево. На твердое. О, нормально. Так, не сейчас. Поехали никто, да? Ну пока нет. И зарядка сразу пропала. Ну мы так нормально заехали, но что-то. Не знаю, кто-то поедет еще или нет. Ну вот такие. Вот такая логичная
обычная дорожка. Да, вода немножко выше, чем мы были осенью. Я даже скажу, ощутимо выше. Не хотелось бы набрать сапоги в самом начале. Попробую тут найти место, где их снять. Да, вода выше сегодня, чем обычно. Ну как вам начало? Ничего? Да, чётенько. Антоха. Да нормально. Тут хорошая дорожка, но она такая накатанная. Ну. У кого? Есть ключ с собой или пока уксус? Так не, пусть не газует натяжечку просто потихоньку. Тут же тоже нету шноркеля. Так, синенький приехал. Так, а вот и Саня. Что это за звуки? Да не, ничего нету, так все нормально. Так, сегодня кабриолеты против не кабриолетов. Ты будешь вверх снимать или сегодня не будем, да? Но все равно у тебя кабриолет, правильно? Да. Это все знают. Пока кабриолеты в большинстве пока. Мы тут ехали нормально. Который мое купе спортивное тут ехало спокойно. Было меньше воды, блин. Расскажешь. Ну вот и наши следы, слышишь? Я вижу, а это от шерпа следы. Так а что, Вранглер хуже шерпа или что? Лучше, конечно. Ёханы бабай. Короче, давай как-то по краю, может, или что? Да. Что-то мы... Ну попробуем, не поедет, так вернемся. УАЗика первого. Сейчас топовая машина возьмет разгон. Жабы квакают красиво. УАЗ кабрио пока едет. Было чуть полегче тут, конечно. Вода, протектор чистится. Первую. Чуть не проехал. Сейчас едет серьезный автомобиль, уже он тут вот там он, сейчас он проедет точно. Так, ну тут машина посерьезней. Это флагман американского автопрома.
Осторожно, береги машину. Блин, у вас все равно не перестает удивлять, да? Как он едет, непонятно, да? Чертых пых-пых и поехал. Так, едет самый серьезный внедорожник современности. Так, где? Ну выезжай, друг. Где ты? Чисто. Это серьезная машина. Это серьезная. Подожди, меня забери. Так, Вован поехал без разведки. Вправо, Вован, правее надо было. Так. Что, вот прямо дорога, короче. Надо подготовиться, стравиться. Там давай, стравимся. Давай, стравимся. Потому что-то пацаны очкуют. Поехали! Что-то не хотят они. Да, друзья. Нива ездит просто как хочет. Такое шикарное место здесь. Сейчас Вован говорит, поеду на твердое, спущусь. Посмотри, издевается. Он над ними издевается, да, мне кажется? Глумится, да? В жесткой форме причем. Ты видишь, показал, кто тут внедорожник сразу. Преимущество, да? Серебра над золотом. Серебра. Это же он не спущенный, да? Ну да. Сейчас съехал, дальше приехал. Да. Там 2,5, наверное, накачан. Я снял на ремонт. Ты что, помнишь? Компрессор, смотри, какой. Ну, этот компрессор я купил сразу, как купил эту машину. Так это символ твой? Ну, почти, да? Ну, когда-то для подстраховки. Саня говорит, хочу в тень переехать. Нагрузкой, да. Под нагрузкой есть звуки немножко. Какие-то наши коллеги по оффроуду. Что, тут не глубоко? Посередине нет, там где колея чуть глубже. Так. Так ты на ходом, что ты на скорости что ли шел? Надо плавненько было. Это на скорости нельзя. Щебенка, вот, в полном смысле слова. Была дорога раньше какая-то. Давно, я так понимаю. Так, Вован пришел на ремонт. Все, надо было по рыле постучать. Подожди, рано. Это как тут красиво, просто нереально. Пониженную надо. Пониженную включи. Вов, скажи, что пониженную включил. Вот вам и УАЗ, друзья. Это
Это внедорожник просто серьезнейший. Это просто... При помощи саперской лопаты Вован его починил, и он поехал. Это только с УАЗом такое может быть, да? С Нивой тоже, да. Ну, это же почти одно и то же, практически. Ну, чуть-чуть там. Починил и поехал. Так, ну все. По крайней мере, тут он уже рядышком. На более-менее сухой поверхности. Продолжает работать. После ремонта лопатой он стал надежнее реально. Нормальная дорога. Проверенная, хорошая. Не надо никуда какие-то далекие рейды ездить. Кто хочет ощутить оффроуд, тут вполне... Вполне ничего места. Огонь машина. Короче, сейчас все будет, друзья. Сейчас Вован покажет, как на... Вован, только на тебя надежда. Все очкуют, ты должен проехать. Да тут от шерпа вон следы. Да не, ну проедь вон на тот остров прямо. Куда мы дальше едем? Там дорога дальше же идет маршрут. Не, ну ты говоришь, типа у нас маршрут, типа... Там туда и разворот, и обратно, да? Да не, ну вон вот так маршрут, вон под теми деревьями вот туда. Ну тут хорошая дорога там. А что мы не едем туда? Я не знаю. Сейчас мы Вову ждали, причем ты же за ним съездил, теперь все. Можем ехать. А я думал, пацаны не хотят. Настоящее болото. Вот иду по кочкам, иначе глубоковато становится. Короче, сильно крутой оффроуд я предложил. Не-не, Вован, ну я его знаю. Он так это не оставит, чтобы приехать и не проехать. И даже не попробовать, это нереально. Ну, что такое Нива? Красная Нива, обычная, простая. Вы знаете. Кто не смотрел, посмотрите, у нас много видео. С этой Нивой на канале. О, в натяжку. Просто легко и непринужденно. Ну, все блоки плюс резина. Ну пробуй по его следам, только сильно, ну, чтобы натяжка разогнал и с постоянной скоростью не коксуй сильно. Попробуй по пробитому, может и проедешь. Да, я вам скажу, тут пройти я зашел, а выйти непросто. Начинает, или продолжает, правильно сказать, оффроуд. Четко идет, это же УАЗ, елки-палки. Это правильная манера. Не, ну теперь позор кому-то не проехать. И вот это надо было так долго думать. Да, красиво. Сейчас американский автопром покажет.
Та она сейчас в болоте лечебная грязь починит. Жирик на механике 3,5, кстати. Ох, едет. Так, Вова упал вперед. И все. Может, еще не все. Сейчас посмотрим. Нива так не виснет сразу. Сейчас раскатают, может, да. Не, Вова так не застрянет просто так. Знаете, что делает? Витя же ее не видел первый раз, он видит. Я представляю, люди, которые видят первый раз, удивляет она даже. Ну, у вас есть, у вас все равно. Даже стоковый полностью. Раскатываем. Гидроусилителя нету. Полный сток. Швеллер только спереди. Все, отличие от обычной машины, от стандартной машины. Но это даже минус ему. Ох, красиво. Вове тут не сложно. Можно тут ехать, нормальная дорога. У вас едет? О, нашел. А у тебя кабриолет тоже, да? Да. Привет. Но еще пока закрытый. То мы гадали, кабрио или нет. Кабриолетов все-таки больше сегодня, чем не кабриолетов. Ну тут у вас серьезно готов к приключениям.
не готов коллектив слабоватый. Ну, выедем как-то более серьезным. Да. Более серьезным, просто там один серьезный в Днепропетровске. У одного машина не готова. Остальные тоже где-то. Поехали впрямо. Они, наверное, боятся, что приехал. Да нет, ты в натяжку едь, ничего. На пониженной, на первой, на пониженной. Медленно. Оно там спокойно. Тут левее, правее, не помню, где лучше. Блин, УАЗ, конечно, радует. УАЗ просто радует. Кабрио, свежий воздух. Удобно снимать. Давайте покажу, как мы тут едем. Ты видишь, вот он натяжку видел, как Вова ехал? Да. Я каждый день становлюсь умнее. Да, тут красота. Вот туда бы мы попали, если бы ехали дальше. А так ты захлебнул и все. И все. А так просто едешь. Тут ничего сложного нету. Тут твердое дно. Вот такая красота. Сзади пока никого. Видишь, она просто едет и все. Главное не захлебнуть ее. Вот самое глубокое место на старте тут. А чья это канистра? Твоя? О, моя, конечно. Что не попадает? Это знак был. Это мы так геотени. Подожди, да. Я ее заберу. Едет Нива. И тут чем хорош оффроуд? Тут помыться можно после тяжелой. После серьезной грязи мы помылись. Почти голь вброд. А вот и американский автопром. Нормально едет. Ничего такого страшного. Остался поджерик. Полустоковый. Ну-ну, не газуй. Тут тверденько, все чистенькие. Вроде и не катались. Коллектив какой-то слабый, лайтовый попался, да? Ага. Тут буквально... Одна лайтовая машина и это. И тормозит все. Весь процесс. Осторожно, бери. Что это было? Что это за звук был? Ну, мы шаркнулись вот этой ситуацией. Березка, ничего страшного.